Региональный исторический квест провели в Магадане в 28-й школе и посетили его Дню космонавтики. Организаторы – волонтеры Победы. МИР – советско-российская пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция. Работала она с 1986 по 2001 годы. На ней провели более 23 тысяч экспериментов. В 2001 году правительство России решило затопить станцию по многим причинам. По легенде квеста, она осталась функционировать. Станцию поместили в специальный научно-учебный комплекс, в котором будущие космонавты отрабатывают необходимые навыки. Командам предложено пройти каждый модуль станции, выполняя определенные задания, которые для них разработали наша команда. Сегодня в данном квесте принимают участие три команды. Это сборная школьников с 7 по 11 класс школы номер 28 и коллеги-учителя, которые тоже решили принять участие в этой игре. В каждой команде от 5 до 8 человек. За прохождение этапа участникам начисляли баллы от 0 до 10. Время прохождения раунда по 8 минут. После каждого этапа команды возвращались в центр управления полетов, где получали новое направление. Участники решали логические задачи и ребусы, а также отвечали на вопросы викторины. Для того, чтобы провести квест, организаторам пришлось поработать над реквизитом. В некоторых этапах есть два листа фанеры, которые нужно будет прикрутить друг к другу болтами и гайками. Также есть этап, где нужно на скейтборде по полу проползти, собрать карточки. В общем, вот такого типа реквизит. На самом деле вообще ничего сложного. Каждый, кто хотя бы чуть-чуть знает про 12 апреля, про День космонавтики, сможет справиться. Станция «Мир» была крупнейшим космическим объектом, который совершил выход в околоземное пространство и вернулся на нашу планету. В ходе квеста участники не только проверяли свою эрудицию, но и узнавали интересные факты о космосе. Этап был связан с ребусами. Было очень интересно. Очень интересный был там английский. Не очень сложно, у нас хорошая команда, мы друг другу помогали. И, в принципе, хорошо все прошли там. Все задачи были связаны со специфическими особенностями модулей орбитальной станции «Мир». После упорной борьбы за победу первое место заняла команда учителей.